Ну а пока мы ожидаем миксер с цементом, и у нас есть свободная минутка, грех не рассказать вам о нашем новом приобретении. Сезон-то наступил, травка уже прет вовсю, а я часто бываю у пчел, а девчонки мои завести пока бензогазонокосилку не могут. Тяжеловато. И поэтому я подумал, а почему бы мне не приобрести для них самоходную 40-вольтовую с возможностью резать до 48 сантиметров машинку для газонокошения. Бесшумная, сама ездит, легко собирается. Тут, чтобы собрать на самом деле, друзья, сейчас я ее выдерну, и вы увидите, как это просто. И завлекаем. Оп. Сборка. Вставляем ручку до щелчка. Здесь нужно будет закрутить болты. Натянули на себя и подняли. Несколько вариантов фиксации. Видите, да? Мне вот такая подойдет. Весь смысл сборки — это воткнуть вот эти болтики на свои посадочные места. Все. Ну а я хочу протестить. Смотрите. Два аккумулятора на 40 вольт вставляются у нас в специальный влагозащищенный паз с магнитными фиксаторами. То есть волноваться за то, что где-то газонокосилка словит у вас воды, это, ну, не нужно. Вообще не нужно. Далее, органы управления. Это скорость, насколько быстро газонокосилке надо ездить. Это включение. Короче, поехали на газон, там протестим. Сейчас поставлю сюда режим выброса в бок, потому что не хочу портить новый мешок. На самом деле она умеет собирать в мешок, она умеет отбрасывать в бок, и она умеет делать мульчирование, то есть мелкую травку, которую можно посыпать грядки. Вот таким режимом идет навеска отброса в мешок. Вот эта вставка позволяет делать мульчирование. То есть если вам нужна мульча, вы ее фиксируете, убираете мешок и мульчируете, не открывая ни боковую, ни заднюю крышку. И режим, которым мы будем пользоваться с вами сейчас, это режим выброса в бок. Одевается специальный отбрасыватель и прижимается планкой. Она готова. Осталось только поднять повыше, чтобы не цеплять грунт, потому что он у нас немножечко здесь неровный. Попробуем. Вот это она летает. Очень быстро. Подожди. А, вот помедленнее. Все понятно. Давай быстрее. Интересно, насколько ее хватит? Я имею в виду по времени. Кстати, по звуку вообще приятно. У нее написано 96 дБ, но я считаю, что она тише работает, чем работают бензогазонокосилки. Отбрасывает в бок отлично. И еще, знаете, какой момент хочу протестить? Друзья, это момент, насколько... Не, давай помедленней. Помедленней. А, вот, чтобы она вела меня, нужно нажать нижнюю педаль. А для того, чтобы она косила верхнюю... Кстати, когда вы зажали оба рычага, для того, чтобы она поехала, нужно только нажать на эту кнопку. Смотри. Ну ладно, мой вердикт. Работает хорошо, детям будет удобно, жене тоже удобно. Нормально все. Единственный минус, который есть у данной газонокосилки, в комплекте не идет аккумулятор. Но, друзья, есть версия с аккумулятором. Можно приобрести и так. Что могу сказать по газонокосилке? Про нее тоже надо сказать пару слов. В общем, мне хватило на то, что прокосить на заднем дворе, ну, около бассейна и бани, за оградой. Прокосил все идеально, ровненько. И вот на этом она сказала, надо отдохнуть. А так, в целом, ну, мне, в принципе, и бака бензина хватало только вот на такое мероприятие. А это сейчас пошел, зарядил, сколько там, час-два, да, и опять в бой. Но мне это понравилось. Во-вторых, самое классное, что могут дети использовать, может жена использовать, без всяких проблем с доливками, с какими-то там нюансами. Система защиты, кстати, тоже очень классная, потому что газонокосилка просто так не заведется без нажатия определенных клавиш, и руку там пихать некуда. Короче, безопасная вещь. И уже, собственно говоря, 10 утра, сейчас мы встречаем миксер. Пойдемте.